Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в черепашки-ниндзя-легенды. Забираем с тобой ежедневные награды. Быстренько бежи в магазин. Так, колода, что нам там выпадет? Саблезуб. Понятно. Тут заберем награду. Так, посмотреть видео. Серию испытаний давай, наверное, быстренько с тобой пробежим. Все равно ее надо делать. Так, так, и Донни. Пускай будет Донателло здесь. Поехали. Волна первая из двух. И нас тут встречает Зэк. Он что, промахнулся? Он промахнулся, он кому-то ударил ногой, но урона не было. А этот повесил оскорбление. Тогда давай мы ему, наверное, вот так вот сделаем. А, у него еще отложенная смерть. Вот оно что. Так, Зэк. Пробьем. А Донни? Донни сделал, замечательно. Ну что, клан-футовец, все, хорош. Закончен бал. Погасли свечи. Конечно же, у него опять же была отложена смерть. Там, точнее, защита, я бы сказал, что это броня. Так, ну а здесь я, наверное, сделаю массовую атаку. Вот так вот, хоба. Сюрикенов нету, к сожалению. Тогда мы сделаем. А давай вот так вот. Пич. И шипы. В принципе, и все. Должно быть им хорошо. Ребят, мы выиграли. И, соответственно, двигаемся с вами дальше. Двигаемся дальше. На ареночку. Ну, все как полагается. Все как полагается. Сегодня будет у нас тоже такой мини-буст, как обычно, да, второй день. Но... здесь еще прибавляется испытание. Испытание именно мания Майки, для того, чтобы нам прокачать вот этого. Не прокачать, а пофармить. Слава богу, мы с тобой немножко купили телепортов. Поэтому давай быстренько, наверное, начнем именно с этого события. А по большому счету, да, если брать, у нас вот это событие заведомо уже проигрышное. Почему? Я объясню тебе. Если, например, его проходить изначально и до конца, я сейчас на автобой пока поставлю, изначально и до конца, то мы ближе к концу, именно вот к последнему испытанию, не сможем его одолеть лишь потому, что у нас только лишь Рокзар, Зэк, Крис Брэдфорд и Джастин 80 уровня. А там, по-моему, все-таки идут 85-го. Поэтому последний бой, он заведомо уже будет проигрышен. Как-то так, друзья мои. Вот. Ну, слава богу, нам здесь с тобой этого не нужно делать. И как бы только дойдем до третьего испытания, и все. Друзья мои, еще раз повторяю, я простывший. Если начну в нос там говорить, или вдруг я раскашлюсь нечаянно и не смогу это удалить, или пропущу где-то, да, уже когда буду делать ролик, не пугайтесь, пожалуйста. Бывает такое, знаешь, вот когда даже вот реклама идет, много же в Android играх рекламу всовывает. Иногда просто ты забываешь, где она находится, и при рендеринге, да, при составлении именно ролика, ты можешь ее не удалить нечаянно. А в этот момент, когда идет реклама, ты обычно там берешь чашечку кофе, начинаешь ее вот так вот размешивать, начинаешь там хе-хе-хе, та-та-та. И я, конечно, понимаю, что это все неприятно слышать. Ну, как зачем, да? Так что, ребята, это как бы вам на будущее, что... чтобы вы не пугались, или чтобы вы там не подумали, или кто-то там пишет: Рэй, ты забыл удалить рекламу. Или так должно быть. Нет, конечно, так не должно быть. Я не какой-то так рекламщик, чтобы это все оставлять. Естественно, я ее удаляю по возможности. Но есть игры, в которых просто ты играешь через каждый уровень перед тем, как зайти в уровень рекламы. Я, ребят, такие игры, честно говоря, не особо люблю. Я вот в «Черепашках-ниндзя» вообще этого нету. Драконы всадники Олуха — такого вообще нету. Мир юрского периода — такого вообще нет. Вот эти игры мне и нравятся тем, что играешь в свое удовольствие. Нет вот этой вот рекламы какая-то. Вот, например, Hill Climb Racer, да? Ну, там есть реклама, но, опять же, если ты ее сам будешь смотреть. А вот в первой части, которая у нас проходит с тобой на третьем канале, там этой рекламы много. Хочешь удвоение? Смотри рекламу. А как без удвоения? Деньги-то нужны. Приходится смотреть рекламу. И вот так, так вот за, там, я не знаю, за 30-минутный ролик 10 реклам показывается. Ну что, давай, наверное, быстренько с тобой пофармим, попробуем, да? Так, подожди, нет, мне надо. Так, стоп, я точно то взял? Ну да, все.
Давай пробуем. Кружка выпадает нам. Микеланджело фильм. $2. 25 жетонов. Вот, вот, ребята, майки мы с вами уже получили. В принципе, можно и вот этот пройти, потому что здесь майки тоже есть. Давай, ладно, так уж и быть. Пройдем. Пройдем с тобой и здесь. Раз уж мы вытащили там Микеланджело, да, с того, то почему бы не попробовать еще? Все равно этот сыр нам надо куда-то с тобой сплавлять. Единственное, жалко, что мы тратим телепорты. Ну, а с другой стороны, если их не тратить, зачем они тогда вообще нам нужны? Зачем тогда нам нужны эти доллары и тому подобное? Естественно, чтобы это тратить на покупки тех же самых телепортов. Все. Вот. Так что давайте, ребятушки, делать. Многие задают вопрос: Рэй, какой у тебя третий канал? Ребят, я на своем вот этом основном канале, да, внизу, под всеми видосиками, которые у нас идут на начальном экране, сделал ссылки. Ну, не ссылки, а поставил окна. Так и называется, мои другие каналы. Если кому интересно, тот может зайти, да, там Ray Race, это у нас канал, посвященный гонкам. И Ray Play Games, это канал, посвященный тоже играм, только не на телефоны, а на компьютер, на приставки, на консоли. Вот такая вот система. Ну что, давай попробуем теперь здесь вытянуть. 3 отката тратим. Воу, и сразу же, ребят, сразу же выпадает нам Микеланджело видение. Это круто, 4 ДНК и еще плюс одно за событие. За сегодняшний день мы получили 5 ДНК на Микеланджело видение. И сколько нам нужно? Нам надо было, по-моему, 17 в общей сложности 17 ДНК получить. Сейчас я посмотрю, сколько. Что-то, по-моему, ага, вот. Нам остается с тобой найти 8 ДНК, кстати, столько же и на Кренга. Блин, как же я хочу их прокачать. Но Кренга, наверное, больше. И кожеголового хочу прокачать. И Слэша, и кроликов. Всех. Когда же это свершится, а, ребят? Еще через пару лет? Да, скорее всего, так. Ну что, теперь можно со спокойной душой, конечно же, переходить на нашу арену. Как ты видишь, мы с тобой в Лиге Сёгунов. Одна звезда, кстати, это очень круто. Нас не скинули слишком сильно, хотя могли бы. Я считаю, что это отлично. Мы даже можем с тобой мало того, что и побуститься здесь своими силами. По крайней мере, на начальных этапах. Единственное, что мне не нравится, что у нас тут Микеланджело стоит 53 уровня. Мне кажется, нужно его, ребят, сразу сносить. Да, сразу же просто сносить. Потому что если он поставит уклонение, ну ты сам прекрасно знаешь, если он поставит уклонение, фиг мы его пробьем. Поэтому я сюда взял Зека. Зек сразу же убивает Микеланджело. Я не стал здесь применять массовую атаку. Просто ликвидировал Микеланджело. И вот попробуем сейчас своими, как бы, силами. Фигово у нас получается своими силами. Да. Так, Эйприл, давай-ка ты вот так вот, хоп. Да. Да, друзья мои, она 54 уровня. Придется Зеку подключаться. Придется Зеку, ребята, подключаться. Иначе, ну, это будет трындец. Так, кто у нас там сейчас будет ходить? По идее, давай, наверное, Рафаэля вырубим. Теперь, давай, своим локтем, рестлер. Йоу, красавчик. Ну и добивка, естественно. Давай Чомпи, поджогом. А то мы его давно не юзали. Ну вот, шикарно. Но я тебе повторю другое. Ребят, то, что ты видел, да, у нас сейчас 54 уровень бойцов был. Выступали мы против 52-х, 53-х, по-моему, да? Сейчас посмотрим внимательно. Сейчас покажу вам. Вот, 52-й, 53-й. И ты посмотри, если бы не было бы здесь бы Зека, нас бы ушатали. Вот я тебе серьезно говорю, просто бы нас бы здесь ушатали. Хотя кажется, вроде бы, да, на равных дерешься. Но равный здесь только уровень. Да и то я тебе скажу больше, мы на один уровень были их сильнее. Точнее, выше. И все равно чуть не наполучали. Так что на равных драться — это не очень хорошая идея. Лучше брать кого-нибудь, ну, посерьезнее, повыше, попрокачаннее, если... Потому что если чувствуешь, что, ну все, там уже деваться некуда, лучше подключить старшечка, да, чтобы он там разобрался с ними и всех наказал. Здесь то же самое, ребята, 54-53 уровень. Как ни крути, а без Ваньки не обойтись. Да? Без Ваньки не обойтись, потому что Ванька здесь, естественно, будет как основной прикрывающий. И прикрывает он обычно из базуки. И причем на раз. Да.
Сегодня я попробую, Ваньку, вот мы сейчас с тобой пройдем арену, и возможно мы накопим с тобой 30 тысяч мутагена и прокачаем Ваньку. Да-да. На сотый уровень. Ты смотри, 5, всего 5 ступенек. С какого перепуга всего 5 ступенек дали? Тем более вот это как бы не лига мастеров, это лига сёгунов. С какого перепуга вы дали 5 ступенек мне всего лишь пройти? Вот это очень сильно, ребят, раздражает. Ну прям вот я не знаю. И этому нет объяснения. Вот что самое фиговое. Просто нету этому всему объяснения. Ну что тут взять, я не знаю. Ну давай я возьму, наверное, железноголового. Железноголовый у нас. Мне нравится, как он бежит. Пень-пень-пень-пень, как этот, как заводная игрушка какая-то, да? Так, поехали. Блин, ребят, надо откашляться, не могу. Фу, аж прям дышать не могу. Так. Бомбанем. И добьем. И давай еще вот так сделаем. Да чтоб тебя. На. Все, ребят, сплинтер упал. Блин, нифига, у меня, наверное, температура, друзья. Что-то меня в пот бросило. Фух, конкретно. Я аж прям... просто весь как в мыле сижу. Фига себе. Вот это да. Так, температура повысилась, что я аж... аж голова кружится. Ладно, друзья мои, играем дальше. Так, возьмем, наверное, вот эту команду. Так, что нам дальше с тобой? Что нам дальше с тобой сделать? Раз, два, три, четыре. Ну, опять же, возьмем на прикрытие кого-нибудь. Кого мы возьмем на прикрытие? Ну, естественно, тот, кто у нас такой посерьезнее. Можно, в принципе, взять Карайку. Но Карайка, мне кажется, не добьет. Я боюсь, что Пит успеет захилять свою команду, и все наши труды пойдут коту под хвост. Поэтому нужно взять такого персонажа, который хотя бы может, если что. Ну, смотри, понижаем, да? Понижаем. Причем всем, кроме... ага, кроме Рафаэля. Ой, Майки, это же Майки. Так, давай-ка, кролики. Бомбите. Так, минус двоечка. Ну, понятно, здесь ничего не получится. Но, слава богу, у них слабая атака, ребят. Потому что, видишь, понижение атаки мы сделали, да, с помощью нашего змейковьюна. И как бы теперь можно особо не пугаться. Ну, и расслабляться тоже не особо не нужно. Так, давай добьем с тобой бибопчика. И все. Все, ребят, по красоте. Двигаемся дальше. Как говорится, на полных парусах. На полных парусах. Так, и местечко мы с тобой получаем 74-е. Да, что ты будешь делать, а? Трэш какой-то, а? Давай попробуем. А дадите мне 15-21? Не, не хотите давать мне. Не хотят. А, вот, ребят, 16-21, получил я все-таки. Обычно я, когда играю с чашечкой горячего кофе, оно как бы смягчает связки голосовые, и говорить проще, и в то же время и кашель как бы проходит, ну, утоляет вот это вот. Сейчас вот першит, я не могу просто. И кофе нету, потому что я его только сейчас поставил завариваться. Так, я думаю, что здесь, наверное, сделаем с тобой вот так вот для начала, да? Так, воу-воу-воу-воу, ничего. Лео, ты что делаешь, эй, парень? Так, ну тут уже не до шуток. Блин. Да ну. Они еще и защиту себе поставили. Тут вся надежда только на кого? Так. Вся защита, ой, вся надежда только лишь... Блин, ну давай ударим. Я не знаю, они под защитой все стоят. Кожеголовый вряд ли здесь один вытянет. Почему-то мне кажется. Воу-воу-воу, слэш упал. Слэш упал, друзья мои. С какого перепуга я взял всего лишь сюда одного этого? Криса Брэдфорда. Я сейчас вот только сижу и не понимаю, зачем? Отвлекся я, ребята, просто-напросто. Вот и все. Отвлекся я с этим кашлем и... грубо говоря, я запорол катку. Угу. Просто запорол катку. Вообще ничего не делают.
Да. Если кто и выживет, то это только лишь Крис Брэдфорд. И то, ребят, не 100%, я тебе скажу. Трындец. Вот так вот бывает, ребят. Чертов кашля, он меня достал уже, а. Ну-ка, попробуй. Ну все, ребят, все тут. Я не знаю. Да они, наверное, и Криса-то забомбят. Все-таки 80 уровень, а у них там 61. Я все до сих пор думал, что у них 50 там какой-то, ага. Быстро мы просто с тобой пролетели, вот что я тебе скажу. Сейчас, в принципе, они вполне законно могут мне понизить противников именно в кубках. И я, в принципе, в обиде за это не буду. Потому что тут действительно дурачка свалял. Даже, скорее всего, они меня тут запинают сейчас. Защита это, я не знаю, поможет, не поможет. Слушай, этот достал меня уже, а. Давай, может быть, контратака повесится. Усиление атаки. Ну, в принципе, это тоже неплохо, ребят. Ну, потихоньку, как ты видишь, бомбит. Сейчас суперудар, наверное, накажет меня, да? Давно, давным-давно такого не было, ребята, чтобы я проиграл полностью. Ты прикинь? Естественно, я никуда не перемещусь. На одну ступеньку. Но это понятно, это фиктивно просто. Это, конечно, трэш. Ну что же, придется исправляться. А исправляться мы будем с тобой только одним вариантом. Естественно, наказывать всех своими супер топовыми бойцами. Вот теперь сейчас посмотрим. Все. И видишь, вот хотелось как можно интереснее сделать поединок, да? Вроде бы на равных сыграть, вспомнить, ну, взять там одного какого-нибудь сильного бойца, и то его не использовать по полной программе. И получается вообще ерунда, ребят. Хотел сделать, ну, нормальные поединки, а вышло в итоге, что просто фейл. И хорошо, что мы с тобой еще эти откаты не тратим. Как бы спасибо хоть на этом. Вот. Так что, ну, в Лигу Сёгунов-то 3 звезды мы с тобой попадем. Мне бы хотелось бы в мастера бы, конечно же, запрыгнуть сегодня. Я думаю, что в принципе можно это провернуть. Но если больше не фейлится. Откатов у нас 24 штуки. Я надеюсь, до них дело сегодня не дойдет. То есть мы как бы отыграем своими персонажами, причем спокойно. Опять же, 100 уровень. Один Леонардо против 61-62. Ну, Леонардо... Сейчас посмотрим. По идее, Леонардо не 100%. Ну да, видишь, не 100% он справляется с 60-никами. Это вот этот, как его... Супер Шреддер, да, он вполне даже рентабельный. Он игрочишка еще тот, первой категории, так сказать. На него можно положиться вообще капитально. А вот насчет Леонардо и кто там у нас еще? Леонардо, Усаги, они... Армагон еще может, да, ребята, сделать. Хоть он не вешает там постепенный урон, но у него чистый дамаг. То есть, если он влупил, то будь здоров. Если он не влупил, то, извини меня, если он не влупил, то уже никто не влупит. Раз, два, три, четыре. Как бы Армагоши, да, вот он такой. Шутить не любит. Супер Шреддер тоже шутить не любит. Это вообще имбовый такой чувак. Видишь, выжил один, но это ненадолго. Естественно, даже если бы Хан не пробил, все равно бы. Даже если бы никто его не пробил, он все равно уже не желез. Как только видишь, что на персонаже висит постепенный урон и здоровье чуть меньше четверти, все. Может спокойно расслабляться. Так, ну что, почти, ребята, на Лиге Сёгунов. Там малька нам с тобой не хватает. Ну, мы сейчас это с тобой дело исправим. 16-22, я думаю, да? Не стоит ожидать с моей такой сегодняшней игрой. Даже я боюсь... Ага, 16-21. Возьмем Армагошу здесь. Слушай, ну персонажи-то еще нормально так. У меня в закромах очень даже немало. Ну что, бомбанем. Ты вот говоришь там кто-то в комментариях: Рэй, давай замути сегодня стрим. Ребят, представляете, да? Опухший, отекший, сопли текут, язык в плече. Такой, знаешь, крейзи Франкенштейн, ё-моё, блин. Сидит, дохает.
А ты говоришь, давай замутим стримчик. Не, ребят, чтобы стримчик замутить, надо себя привести в порядок, блин. А я такой сейчас ленивый, я сейчас в отпуске, представляешь, просто отдыхаю, балдею. Не причесываюсь, не бреюсь, весь зарос, как старый пень. Представляешь, мне таким выйти в люди. Не, маску, может быть, какую-нибудь надеть. Этого, знаешь, как он? Анонимуса, да? Маска такая, знаешь, есть. Ну ты сдохнешь в этой маске, ё-моё. Я и так, ребята, там маски, здесь маски. Не, хорош, без масок будем. Будем без маски. Намордник наденем и все. Ой, что-то я рассмеялся не к добру. Вот. Так, ну что, какая у нас там позиция 61-я? Надо уже пойти налить себе кофе и нормально сидеть. Ну, не дохать тут через каждые 3 секунды. Или вообще не надо было снимать серию. Но опять же, ребят, если я бы не снял сегодня серию, мы бы с вами бы очень много чего упустили бы. Ну, я имею в виду, потом бы мы, как всегда, сломя голову, убежали бы там этот. У меня еще сегодня по проекту Дракон Всадник и Олаха, но опять же, событий нет, арена. Ну, меня больше даже интересует не арена, а наша прокачка. Прокачка нашей академики. Вот что я хочу. Плюс еще не забывай, что брокинг этот ранкс у нас светит. Ну, так как там очень много диалогов читать, я не знаю, ребят. Я, наверное, задохнусь просто там, читая это все, будет кашель. Тем более там все это маленьким шрифтом, это все разбирать. Почему иногда начинаешь путаться, знаешь, такое чувствуешь себя как первоклашка, ё-моё. Там вот эти вот имена и прозвища там. Форнхельм, там, Вунгельшпон, блин, вот трэш. Спрашивается, ребят, вы что там? Хотя игра от польских разработчиков, да? То есть, как бы это... Польша вообще у нас, да, вот этот Kingdom Rush Deliveration, это же ихняя тоже игра, причем очень такая прикольная. То есть, поляки могут игры делать, причем довольно неплохие. Вот, и, по-моему, этот же тоже от Польши, Сталкер. Это же тоже, по-моему, Да что ты творите-то? А это же, по-моему, тоже от польской команды, компании. Игра. Ребят, короче, вот серьезно, как начинаешь отвлекаться, все... Труба дело. И этот, конечно же, это все во всем виноват Джастин. Я его опять же взял. Ведь сколько раз сам себе говорю, что Джастин ходит самым последним. Несмотря на то, что у него 80-й чертов этот уровень, он ходит самым последним практически. Всю твою команду могут разнести в хлам. Потом только он будет ходить. И все равно повторяю одни и те же ошибки. Постоянно вот это вот все. Невнимательность вот это. Ну правильно вы говорите, Рэй, ты невнимательный. Ребят, серьезно говорю. Даже не буду отрицать, я невнимательный. Я и в школе помню, когда я учился еще. Все там сидят, что-то там, знаешь, в эту доску пялятся. Я от этого переутомлялся. Я сам по себе очень активный. Мне хочется больше двигаться. Я любил больше физкультуру. Там, я не знаю, труды или еще что-нибудь. Но я не мог высидеть на этих уроках. Мне постоянно надо было что-то дергаться, ерзаться, там, мешать всем. Меня выгоняли... из класса, типа, выйди вон, ну, знаешь, вот это вот все, ихняя система. И ты выходишь там, встречается тебе завуч или директриса, а ты идешь в руки в карманах, посвистываешь, знаешь, такой хулиган, ё-моё, местного разлива. Вот. А ты что здесь делаешь? Да вот, выгнали, что такое? Пойдем, за руку тебя повела. А почему это у вас этот ученик ходит? Да потому что он нас довел, доводит он меня, не дает нормально учиться детям, там, типа. И меня на каком-нибудь там, знаешь, этот. Ну, родители, конечно, не вызывали. Ну, бывало такое, да, что там вызовут директоров. Но обычно там учителя нормальные. Всегда шли на договор. То есть, ну, как бы с тобой поговорят, разъяснительную работу тебе проведут свою. Понял ты, да, понял. Хватит тебя там буквально на 2 дня, а может быть на 2 часа. И дальше то же самое повторяется. Ну такое, знаешь, ну я всегда считал, что, ребят, ну как бы школа — это, конечно, все хорошо, да. Учиться надо, никто не спорит. Ну и в то же время обидно, когда ты вот это свое время молодое, да, вот это вот тратишь на какую-то учебу. Хочется погулять, это же самое такое золотое время. Сейчас вот мне, вот, ну что сейчас, 40 лет, да, ну куда, что мне идти? Не, я не говорю, что я старый, ну просто уже я не могу себе позволить многое того, что я бы мог позволить, например, в 18 лет.
как-то себя вести по-другому или еще что-нибудь. Хотя иной раз так хочется, ну, просто обязывает статус, так скажем, да, статус взрослого человека, как нам это кто-то все время втирает. Что ты ведешь себя как ребенок? А может быть, я хочу себя вести как ребенок, может, мне нравится дурачиться. Где это прописано, что я не имею права дурачиться? Ну, ты понимаешь, тут уже сразу же девушки на тебя смотрят так с презрением. Что за дурачок, что за идиот? Они же не могут понять, что ты просто такой веселый парень, да? Не то, что ты дурачок, там знаешь, что-то из ряда вон выходящее делаешь. Нет, ты просто там прикалываешься, шутишь как-то, ну... А что вот сидеть вот, надул щеки, надул, глаза в землю опустил, и что-то там под нос себе бубнишь, и что? И в чем прикол? Прикола нет никакого. Кто к тебе подойдет такому зануде? Конечно, никто. Я и сам бы не подошел бы такой. У меня все друзья, кто были, тоже такие же, как и я. Все веселые, я не знаю, там, шубушные, все какие-то, что-то у них там, я не знаю, какие-то дела там, знаешь, какие-то замуты, все время куда-то надо что-то сделать. То. Все. Нормальное это поведение. А вот это начинается, когда «Чё ты ведёшь себя как маленький?» Не как маленький. Я веду себя как нормальный человек. Это вы ведёте себя как, не знаю, как какие-то... Эти... Как сказать-то? Как это сказать-то? Я не знаю, как вы эти... Затворники, ё-моё, да? Сидят, закрылись, там что-то бубнят. Нет. Каждому свое. Кому-то нравится такой шебушной образ жизни, а кому-то нравится спокойное, там, например, размеренное, да? Сколько людей, столько, как говорится, и поведений. Так, я опять, по-моему, сегодня начинаю фейлиться, что-то разговорился. Еще вот это вот у меня натура такая, знаешь, когда ты начинаешь во что-то поглощаться, в какую-то речь, и ты знаешь прекрасно, ну, как бы, что это кому-то нравится, да, или кто-то тебя слушает, там, такой, знаешь, там, рот открыв, и тебя тоже это как бы получает, и ты еще больше, больше выдаешь, больше, вот, как это, как контент, ё-моё. Только единственное, что не в прямом контакте, да, а вот чисто через микрофон, чисто вот в игре. То есть ты прикинь, давайте, ребятушки, сегодня, блин, что такое, давайте, ребятушки, сегодня поговорим, да, сел перед экраном, включил это, как, знаешь, как в скайпе, и начинаешь какую-то требуху нести. На тебя посмотрят, скажут, ну и чё? Че он смотрит на твою физиономию? А когда ты играешь, да, вроде бы и играешь, и в то же время и общаешься. Но ты видишь, что мое общение в этой игре привело меня к проигрышу практически. Ну и что, фиг с ним, по фану играем. Время у нас все равно еще есть до конца недели. Сегодня что у нас? Вторник, да. Так что, поверь мне, еще будем сидеть на топовом месте. И еще у нас будет куча времени до этого, до конца недели. Так что вот такие пироги. Ну что, добиваем. Один майки у нас только здесь выжил. Соответственно, я не получу здесь много никаких очков. Потому что, знаешь что, я забыл использовать откаты и взять какого-нибудь топового персонажа же. Ну, даже того же самого Супер Шреддера. И даже в Лигу Мастеров. Да какая там Лига Мастеров, одну ступеньку всего лишь перепрыгнул. Ну, персонажей, по-моему, там еще есть парочка, да? Поэтому мы сейчас их отыграем именно через нашего Супер Шреддера. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Да, три поединка мы еще с тобой сыграем. И уж точно мы попадем в Лигу Мастеров. Все. А если Лига Мастеров, если мы сейчас на нее заберемся, то ты понимаешь, да? Фигушки, они нас оттуда уже скинут. Вот и все. Тем более, если мы с тобой не будем делать никакой передышки, а идти вот нахрапом, то все. Все там всплакнут у нас. Но, ну, а я тебе о чем говорил? Вот такая вот дилемка. Так что вот, ребята, о чем я говорил-то? Я говорил о своей внимательности и невнимательности. Да, есть такое дело, я не говорю, что это хорошо, но иногда получается прикольно. Понимаешь? И вот в комментариях кто-то пишет: «Рей, ты не... Твое имя, сама невнимательность». Ну да, типа того. Сегодня вот играл в этих, как она там, «Растения против зомби-герои». Там тоже была такая ситуация. Ведь думаю в голове одно, делаю другое, а по итогу получится третье. И это все за доли секунды осознаешь, начинаешь возмущаться, а уже поздно. Все,
поезд ушел. Там, ну, надо было сделать одно действие. Я думал, как бы сделать другое, а рука автоматически уже делает третье. И так вот бывает такое. А что ты хочешь? Бывает иногда, знаешь, звонишь по телефону. Тут недавно прикол был. Еду по телефону, в лифте разговариваю, да, там, со знакомым. Говорю, ё-моё, по карманам шмонаю, говорю, блин, по-моему, я телефон потерял. Ну, мне такие, как потерял? А через что ты сейчас разговариваешь? Я, тьфу ты, ты прикинь, уже все на истерике, на измене, телефон потерял. Как так, в карманах нету, а я по нему разговариваю. Блин, трындец. Или как бывает, да, идешь там, например, на улицу, и ключи проверяешь, взял или не взял. Они у тебя в руке. Ты ищешь, смотришь, да куда их положил? Да что такое? Где эти ключи-то? Ё-моё, ну, обычно лежат здесь, на месте. А ты просто, когда уже, ну, уходил, обычно там проверяешь, выключил ли там плитку или еще что-нибудь, да? Ключи-то взял и пошел смотреть. И такой, хоба, а ключей уже нету. Когда выходишь, а ключи-то нету, куда ты их положил? И как-то без задней мысли они у тебя в руке, а ты об этом и забыл. Даже их как бы и не чувствуешь, что они у тебя в руке. Вот такая, ребята, штука бывает. Не знаю, может быть, только у меня такое. Вот, поэтому невнимательность, да, есть такая штука. Ну что, друзья мои, у нас, как бы вам объяснить-то, в принципе, все. Все, у нас остается... Сколько мутагена, кстати, мы хотели с тобой... Блин, 25 тысяч, ну этого не хватит. Для Ванька, тут 31 тысяча нужна. Кто-то мне говорил, что я могу... Да, друзья, я знаю, что я могу прокачать до 7 ступени, но я не буду этого делать, потому что мне нужны массовые атаки на 7 ступень, а не обычные базовые. Так, задание, значит, нам нужно выполнить. Поднять он персонажа, выполнить... Так, пойдем в боях, наверное, поучаствуем. Мы с тобой кого прокачиваем? Крысиного короля. По навыкам. Так, вот здесь вот. Нам нужно еще найти... Офигеть. 12 ноутбуков в доме. 11 ноутбуков. 10. И фиг, да? Ну вот, начинается. Ага. 9. Вроде должен находиться легко, но, видишь, ни в какую. Все, мы выполнили с тобой задание. Давай не будем дальше рулить. Уже потом в следующей серии продолжим. Здесь заберем и поднимем с тобой уровень персонажа. Ну, кому-нибудь. Самому-самому слабенькому, например, Кейси, да? Вот таким вот образом. Это для того, чтобы забрать вот здесь вот все эти наши награды. Фух, ну что, друзья мои, как-то так, поиграли, нормально. Игра сегодня, конечно, получилась, я тебе скажу, это трындец полный. Фейл на фейле, но сделаем скидку на то, что я просто очень себя плохо чувствую. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.